Сколько должно длиться занятие йогой для новичков? Просто мнения по этому поводу расходятся. Кто-то говорит, что получаса достаточно, кто-то считает, что новичок должен заниматься минимум час. Я не считаю, что принципиальный момент – это время, которое вы уделяете, ну, в целом одному занятию. На мой взгляд, самым важным является режим, те усилия, которые вы генерируете. Вся практика должна быть с незначительным усилием выполняться. Вот это вот важный момент, который игнорирует большинство новичков. То есть вследствие вот, такого вот начального энтузиазма, они хотят всего и сразу, такая вот жадность появляется. И именно это впоследствии и отталкивает их от этих занятий. Занятия должны, проходить с незначительными усилиями. Вот как вы улыбаетесь. Незначительные усилия. Приблизительно так должна проходить практика. Не должно быть предельных положений. Нельзя стараться в асане выполнять крайние положения, когда вы чувствуете уже боль. Даже интенсивные ощущения, особенно при работе с позвоночником, являются негативным фактором. Например, вытяжение позвоночника. Крайние вытяжения позвоночника, сильные вытяжения позвоночника, они также травматичны для него, как и компрессия. То есть все принято считать, что компрессия, ну, разрушает позвоночные диски. Но сильное вытяжение, особенно на фоне, когда вы чередуете сильную компрессию и вытяжение, они также травматичны. Иногда достаточно просто снять компрессию, и это уже будет иметь более выраженный эффект, нежели вы начнете позвоночник вытягивать. То есть, к примеру, когда вы ложитесь определенным образом или принимаете какую-то позу, которая разглаживает поясничный лордоз, это уже дает облегчение и дает такой вот терапевтический эффект для позвоночника, нежели если вы начинаете с усилием его вытягивать. Есть много нарушений. По большому счету 99% проблем с позвоночником – это грыжи и протрузии, вот, и которые, в принципе, при таких нарушениях противопоказаны чрезмерные нагрузки на позвоночник. Неважно, вытяжение, скручивание там будет или какие-то глубокие наклоны. То есть очень нежное отношение должно быть к собственному телу. И когда вы войдете во вкус, то есть вы поймете, как ваше тело функционирует в асане, тогда, когда появится обратная связь от вашего тела, когда вы поймете, с чем вы имеете дело, какие процессы у вас происходят внутри, с которыми вы пытаетесь управлять, не потому что вам об этом рассказали, а потому что вы с ними познакомились, тогда занятие будет наиболее эффективным. А если новичок испытывает, особенно на первых занятиях, тошноту, головокружение, боль в суставах, в связках, что делать? Прекратить заниматься на какое-то время, снизить интенсивность нагрузок? Я считаю, что через боль занятий не должно быть. Это однозначно. На мой взгляд, что если человек испытывает боль, это говорит о том, что его ткани разрушаются. Особенно это таких вот боли в суставах. Если вы просто тянете мышцу, значит, вы слишком усердствуете. Боли не должно быть. Это признак того, что вы слишком прилагаете большие усилия, либо что-то у вас не в порядке. С этим легко разобраться. То есть вы, когда понимаете критерии, что какие ощущения должны быть во время практики, вы должны испытывать комфорт. Вы должны хотеть в следующий раз вернуться на коврик опять, а не ожидать этих пыток еще, ну, с ужасом следующего урока. Другое дело крепатура. Крепатура – это когда вот у вас после предыдущего занятия вы чувствуете, из-за скопившейся вот этой молочной кислоты в мышцах, вы чувствуете боли в мышцах. Это должно через какое-то время пройти. Это, как правило, связано с тем, что для вас неспецифическая нагрузка была, особенно статическая, она не для всех привычна. Но это только первое время, а через какое-то время оно проходит. Еще моменты относительно вот головокружения или каких-то вот таких вот
моментов, связанных, как я уже говорил, с неправильным дыханием, то это проблема всех, как правило, всех новичков. Дыхание слишком задрано, то есть человек, как правило, дышит верхней частью груди, даже уже ключицами, вот. Живот блокирован, диафрагмального дыхания практически нет, и первое время нужно знакомить человека с тем, что он может дышать животом. Вот. Это практически проблема всех людей, которые приходят заниматься йогой. Они не понимают, как дышать животом, их живот блокирован полностью. Вот. И дыхание приходит наверх, к ключицам туда, вследствие чего воротниковая зона забивается, и вследствие вот этих образования вот этих спазмов, особенно в трапециевидных мышцах, вот, появляются головные боли. Вот. Иногда, ну, я не говорю, что во всех случаях, иногда достаточно снять спазм с воротниковой зоны, головная боль проходит. Ну, как ни странно, такое простое решение. Конечно, головные боли могут быть по разным причинам, но если это связано именно с неправильным паттерном дыхания, видите, мы возвращаемся к тому, о чем я говорил, что неправильный паттерн дыхания – это не просто психоэмоциональный фон, это еще и приводит к определенным зажимам, которые вызывают уже болезни, болевой синдром, головные боли и так далее. Поэтому дыхание, с дыханием, если вы, может быть, и не акцентируете внимание, но инструктор должен видеть о грехе дыхания вновь прибывшего ученика, и он должен ему давать рекомендации. Не обязательно настаивать на этом на первом занятии, но в легкой форме пытаться ему всегда напоминать, что живот, в принципе, у человека должен быть расслаблен, он должен быть крепким, но расслаблен, он не должен быть нервным. И это показатель того, что у человека будет нормализовываться дыхание. И что касается тошноты, то это, как правило, связано с тем, что у человека происходит выброс желчи. В таких случаях, но это вследствие манипуляций особых, это нормально считается. То есть ненормально то, что желчь застаивается у человека, а то, что в процессе практики, когда он выполняет определенные упражнения, она выбрасывается и вызывает тошноту, это скорее позитивный факт. Нужно просто попить водички. Я вообще не рекомендую во время занятий пить воду, но если человека тошнит, то лучше попить воды, вот, и тошнота уходит.